Брюки Багира. Класс. Вы знаете, как я давно их искала, но не могла найти. Заходила в магазины, но брюки доходили только до сих пор, а дальше я не пролезала. Каково же было мое удивление и радость, дорогие друзья, когда я нашла для себя стильные брюки под кожу Багира. Посмотрите, дорогие модницы. И сегодня я выбрала для себя брючный ансамбль вместе со стильной блузой Касабланка. Готовый образ специально для вас. Колл-центр перегружен, но знайте, что даже если вы сейчас в ожидании нашего оператора, все звонки бесплатны, за ожидание мы тоже денег не берем. Оставайтесь на линии, даже если вы звоните с мобильного телефона. Ноль, не заплатите ничего, по всей России звонки бесплатны. Итак, брюки Багира, 2999 рублей. Вспомните, как мы все с вами мечтали о кожаных брюках. Но думаю, ой, это не для меня. Здесь не так, там не так. Как они одеты? Может быть, преть будем? Может быть, в общем, не для меня. Лучше буду любоваться со стороны. Правильно, Свет? Так же бывает. Вот расскажи, в чем секрет твоих брюк? Почему тебе там в них так хорошо? Мне очень комфортно, во-первых, за счет правильной ткани. Сегодня многие производители выбирают ткани последнего поколения. Напоминают внешне натуральную кожу. Но, дорогие друзья, это текстильное полотно. А значит, ваша кожа будет дышать. Посмотрите, как подтянуты ваши формы. За счет того, что задняя планка, трикотажно-вискозное полотно тоже тянется и подстраивается под ваши формы. Я сейчас хочу сказать, что мне очень комфортно, мне не жарко, потому что мое текстильное полотно под кожу дышит, Оля. В этом секрет, конечно же, комфорта, ну и стройности – это черный цвет. Света, как тебе хорошо, ты такая классная в этих брюках. Спасибо. Я прям тоже себе такие очень хочу. Вот, кстати, вот как вот мне подобрать брюки? Я всегда смотрю и думаю, это вообще-то не для меня. Вот так же многие же думают. Да, я сейчас хочу пройти к Оле и все рассказать, и показать еще ткань, и подобрать для нее брюки. Давайте посмотрим, дорогие друзья, что брюки выполнены под леггинсы. Посмотрите еще раз, вот что я хотела показать. Вот он секрет. Посмотри, наше текстильное полотно тянется во все стороны. А значит, эти брюки сядут на вашу фигуру. Это еще не все. Смотри сзади. Мы видим эластичную ленту, посмотрите. А это значит, что на зоне талии она идеально сядет и не будет нигде топорщиться. Еще один секрет. Наше трикотажно-вискозное полотно тоже тянется. А это значит, что брючки садятся как влитые, размер в размер. Но если вы хотите выбрать для себя брюки, Олечка, вот, например, какие ты хочешь, чтобы они тебя обнимали или были более свободные? Я хочу, чтобы было так, не так, как всегда. И застегнули. Я хочу, чтобы сразу как влитые залезли. Так вот, эти брюки ты должна взять размер в размер, как я. 50 ношу, 50 выбираю. И они садятся ровно по твоей фигуре. Отлично. Мне нравится, что они у тебя не сборят. Знаешь, иногда вот берешь вот брюки, они начинают все в складочку садишься, не можешь даже трещат. Да. Я хочу сказать, что здесь есть эластан. И мы выбираем сегодня текстильное полотно под кожу. Посмотрите, какое качество. Она блестит, как натуральная кожа. И еще один секрет. Вы видели это? Посмотрите, как тянется наша ткань. Посмотри, это огромный плюс. Если вы мечтали о кожаных брюках, но думали, что они не для вас, мы нашли то самое предложение, которое, во-первых, идеально сядет на вашу фигуру, которых вы будете чувствовать себя хорошо. Ножки преть не будут, гарантированно, от телеканала Shop & Show. Да и цена. Где вы найдете кожаные брюки по цене меньше 3000 рублей? Оленька, я не зря показывала эти швы, которые сделаны именно в зоне колени. Это вот фиксатор для того, чтобы ваше текстильное полотно под эко-кожу не вытягивалось. Посмотрите, как, насколько ювелирно выполнена вся работа. И то, что здесь есть еще одна ткань, матовая, трикотажно-вискозная, делает ваши ножки стройнее.